Освящайся, народ мой, клебеде чадори глайсен, ибо я святой Бог, клемене гесен глория, и я говорю к тебе, кламана чау сентария грестен глория, через помазанников моих кламана грода рике стария гланту. Это не человек тебе говорит, кламана глория, это я беру в уста, кламана гесен глория, и провозглашаю к сердцам народа моего ременту, фламена альфа, уразумейся, о клемене гесен глория, ибо поверхностное говорит тебе Дух Святой, все, кремене гесен, развеется, и ты останешься ни с чем, краманту. Если ты не будешь, кремене грестен, глория, краман, уверен мне, если в сердце твоем не будет, крамана, глория, масла моего, кремене чаду, и я говорю тебе, ремене гремене готери, клария, испытанная будет каждая душа, ремене грестен, на весах моих, ибо я, ремене грестен, взвешивающий, и я, кремене грестен, глория, определяющий, потому кремене грестен, глория, краманту, все тайное будет открыто, крамана чаус, и рука моя, она будет обнажать, кремене глория, и это место, крамана грестен, я освятил, и я буду освящать, и ничего нечистое, и преданное мерзости не войдет на место сие, потому что труд мой, кремене глаусентария, он будет великий, кремене чаус, анту глория, эрмене гесену разумею, Мессию, Романа Глория, и говори, Кламана Чау Сентария, сила в тебе, Господь, Крамена Глория, ибо ты освящающий и милующий, приходи ныне ко мне, Краманту, ибо я силен, Крамена Чау, освободить тебя от всякого греха и дать тебе свободу мою, Краменту, Фламана Альфа, ибо кебеде гесен томление, Крамана Чау, великое, и Крамена гесен фраус, хочу, чтобы сердце твое славилось, Славила меня, Кременту, Эрбе де Гесен, Глория, Краманта, Фламена, Альфа, наедине соединяйся со мною в тайной комнате, чтобы я обновил тебя, каждую душу, Ремене, Глория, потому открывай ухо для того, чтобы тебе услышать наставления мои и мир мой, который Кребе де Готе ныне подается душам, Эстебе де Гесен, Глория, которые сегодня ходят, Кремене, Глаус, во тьме, потому тьма окружает многие сердца, но ты сегодня имеешь время для того, чтобы освободиться, для того, чтобы прийти и сказать, кремене глория, ребе де гитен, открыть этот грех, кламана чаус, и помазание мое, оно освободит тебя и даст тебе более свободу, и ты будешь славить не устами, но сердцем, потому уразумейся ее и иди ко мне с верою, а я Бог, дающий, кремене глория, просящему простоте, потому открывай предо мною сердце свое, а я тебя, кремене грестен, освобожу. Аминь.